За помощью в полицию обратился 83-летний житель Владивостока. Пенсионер рассказал, что ему на домашний телефон позвонил незнакомец, сообщив, что супруга заявителя совершила дорожно-транспортное происшествие, а чтобы избежать ответственности, нужны деньги. Через некоторое время к потерпевшему приехал молодой человек, забрал 2 миллиона 700 тысяч рублей и 5 тысяч долларов США. Вскоре пожилой мужчина узнал, что с женой все в порядке, а он попался на уловки мошенников и обратился в полицию. С похожим заявлением в полицию пришла еще одна пенсионерка. Она передала мошенникам, работавшим по схеме «родственник попал в беду», 1 миллион 900 тысяч рублей. 18-летний курьер, помогавший мошенникам обманывать пенсионеров, задержан сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что он причастен к двум другим аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество. Фигуранта заключили под стражу.